Сборная России лидирует в медальном зачете Всемирной зимней универсиады после первого дня соревнований. Всего наши студенты завоевали 12 медалей, одну из них – бронзовую. Выиграла алтайская лыжница Яна Кирпиченко. В сборной страны она единственная спортсменка от нашего региона. В минувшее воскресенье Яна участвовала в забеге классическим стилем на 5 километров. Пришла к финишу третьей. Первое и второе места заняли спортсменки тоже из российской сборной. Сегодня Яна Кирпиченко участвует в гонке преследования 5 километров свободным стилем. Напомним, что на универсиаде работает почти 30 волонтеров из Алтайского края. Нам удалось связаться с одним из них по телефону. Все они работают на разных объектах, у всех у них разный функционал. Кто-то работает со зрителями, кто-то работает на спортивных объектах, кто-то работает на неспортивных, на культурных объектах. Работа очень интересная. Есть ребята атташе, которые сопровождают делегатов. Есть те, кто работает в операционных центрах и в координационных центрах объектов. Зимняя универсиада в Красноярске продлится до 12 марта. В соревнованиях примут участие около 3000 спортсменов из 55 стран мира. В 11 зимних видах спорта они разыграют 76 комплектов наград. 12 медалей уже в копилке нашей сборной.